не кричи так, просто перепрыгни. У меня получится. Вряд ли. Наверняка ты не была за пределами этих стен, я прав? Я жила в питомнике с людьми. Оззи говорит на языке жестов, и она инфлюенсер в социальных сетях. Что произошло с нашим домом? Я остановлю их! Оззи! Она потеряла дом и семью во время ужасного пожара. Да-да-да-да-да. А может, лучше мартышка расскажет? Я не мартышка, я орангутан. Ченс! Ты знаешь это место? Мои родители могут быть там. Это будет весело. Ты знаешь джунгли гораздо лучше меня. Это пока что. О, а вдруг ядовитый? Это был мой дом. Они уничтожают наш остров. Нужно остановить их. Я могу рассказать всему миру, что происходит. Оззи – голос джунглей.